Всем привет, ребят. Как обычно, у нас сегодня будет топ-трэш-контент. 80 тысяч сама. Будем ролить героя, ролить созвездия, ролить талантики. Ник Стесняшечка, кто был на стриме, там, где мы вчера дарили вольтов, видел, там одна гильдия светилась чаще других. Вот эта гильдия. Лидер Давайки. Первое и третье места битвы гильдии Атака Фортов. Кидайте заявочки, вступайте. Обязательное собеседование по WhatsApp 890-844-94-004. Багажка от 200, прием от 160к. Гильдия дружная, активная. Кидайте заявочки, вступайте. Вам точно тут скучно не будет. Веселые ребята. Так, аккаунт у нас донатный. Доната у нас практически 400 тысяч. Вот так вот. Надо повторочки РТшки и феи. Вот так вот заказали РТ фея. Нужен повелитель бури, Асура и Махатма. Поехали посмотрим его алтарь. Ну, герой, точнее не герой, аккаунт, я так понял, не особо старенький. Так, Афинка, отлично, отлично. Ну, ложный, конечно, не то. Так, минус пойдет. Огонь. По талантику дальше не качай. По умению, точнее, талант прокачанный, умение не докачивай. Хватит пятерки. Видите, с талантами немножко проблемы. О, бог войны. Не знаю, зачем ты его качал, конечно. Так, сюда талант. Тыковка, нужно исцеление. Купидончик топ. Ведьма без таланта. Вольт тоже. Тоже такой был вольт. Так, отлично. Еще один хрон. Зачем два хрона вести на две эволюции? Так. Так, так, так. Ну, дальше пошли уже вторые герои. Да, видимо, КГшек не хватает. В общем, по талантикам тут все печально, ребят. Будем открывать коробочки. Есть у нас есть плюшки. Третий хрон. Любитель хрона. Так, накрас. С гневом. Да, надо очень много хороших талантов выловить. Ну что, поехали, будем начинать рылить. Давайте еще посмотрим, что у него по локациям делается. Джей не зафармил подземки. Семерки застрял. 7-6. Да, на 7-6 застрял. Странно, хотя, в принципе, что странно, тыковка. Даже не берс 8, а тем более сейчас нету артов, и без артов, честно говоря, полная жопа, если у вас на тыкве нету таланта. Так. Так, 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 так. Поехали дальше. Ну что, а ну сейчас посмотрим, что у него тут есть. Интересного. Так. Плюшек не особо, вот есть сундучки, отлично, камешки, ну, героя понятно, что есть, сумочки, огнекрыла, ремочки пятые, ну, отлично, отличненько, поехали. Посмотрим на рандомчик, ребята, кстати, с первым днем осени, 1 сентября, как обычно, смотрим рандомчик, и рандомчик нас удивляет, Сноу. Просто изи, ребят. Сколько мы там тычек. И к нам сразу Фрея на 1 сентября приходит. Поздравляю, хоть у тебя она есть, но вторая Фрея тоже всегда должна быть. У меня 3, и мне мало. Вот так вот, ребят. Повелитель Фрей. Кому надо Фрея, кидайте заявки. Так, ну, это нам не то, что нам надо. Нам надо немножко другие герои. Рино. Дракула. Вот РТшка. Отлично. И сразу же Бигфут. Офигеть. Я считаю, достойный роллинг уже на 1 сентября. Иду. За одно желание использовали. Повторку РТшки выбили. Это, конечно, все смешно, но это не особо нужные герои. Так, душек. Ну...
Тесса. Ну, как-то так. Я бы не сказал. Не, ну, конечно, имбовые герои нам падают, но... Что-то пошло не так. Ладненько, сейчас нас убьют тут. На кого-то некромана напали. Жесткий некроман. Стесняшечка. Сразу же фара падает. Видите, как... Все-таки рейды решают. Так, рыцарь. Дед Мороз. Капитан Дрейк Гаргул. Отлично. Анубис. Просто, ребята, четкий роллинг, конечно. Профессор Риббит. Ведьма Купидон. Смотрите, что началось. Вот оно, 1 сентября. Хранитель. Ну, вообще четко падает. Но, блин, надо недостающего хотя бы одного. Конечно, им мы уже навыбивали. Это вот такое вот тоже бывает. Тёлочка и два бога грома. Два ствола сейчас ее разложит. Так, ну давай. Пара опять падает. Ну такое. Ну где ты? Имба. Купидоны. Блин, сори, ребят, немножко приболел. Паладинчик, еще одна арташка. Еще одна повторочка, побежали в рейд. Блин, ну круто нападало, конечно. Но это все у него есть. А, что там у него Ронин? Га себе. Так, ну поехали опять. Седна, офигеть. Ну видите, что делает? Рейд. Паладин. Одер. Ну, друид. Рандомчик, проснись, малышник. Придется все-таки делать хоть конем. Ход конем, ход конем. Ну, видите, заклинательница. Ну, блин, круто, круто падает, но... Блин, хотелось бы хотя бы одного недостающего выбить. Хотя бы на полшишечки. Рыцарь. Лео. Ронин. Еще один Бигфут, офигеть. Усыпет, конечно, им кайфово. Афина. Офигеть. Достойный роллинг для стесняшечки. Еще один кубчик. Череп. Раз, два. Да. Да. И тут я есть, и там я есть. Везде я есть. Так. Давай. Не тупи, пожалуйста. Ну, поздравьте пацана с 1 сентября в комментах обязательно. Нападало отлично, конечно, имбовых героев. Ну, в принципе, они ему нужны. Даже как повторки. Так, ребят. Ща, one moment. Делаем админ панелькой чудеса. Трах тебе дох. Из 1000 самоцветов у нас превратилось 27. Видите, какие чудеса бывают. Так. Получить забрал я ему скинчик еще на ведьмочку. В принципе, пусть будет. Так, ну давайте еще на 7к. 80 получится у нас там где-то 7к. Мы сролили. Немножко все дай наоборот. Еще третий Бигфут. Блин. Королева Гарпий. Рыцарь. Медуза. Есть. Одного мы все-таки достали. Ну что, поздравляю. Все-таки ход конем помог. Зарешал. И все-таки мы это сделали.
Повелитель бури у тебя уже есть. У тебя еще есть ворожей дальше, вот так вот. Ну, ребят, по-моему, четкий роллинг. Фрея, Анубис, значки почета даже есть. Так, это нам что-то поприходило за акции какие-то. Поехали дальше трешевать. Так, удобрение, это, конечно, все хорошо. Это я потом пооткрываю. Отдельно, да, делаю вставочку вам в конце, посмотреть, что нам все-таки там упало. Так, забираем рунки. У нас следующая часть, это созвездие, поехали. Надо на Фрею. У него крит урон, но крит урон без крита не будет на ней, к сожалению. Поэтому поехали. Будем крит туда собирать. Нужен крит удар. Крит урон уже на ней не катит. Ну, хотя крит у нее есть. Ну, есть вариант собрать на уклонение. Но, честно скажу, крит урон. Сначала крит удар собираем пятый. Потом дальше пойдем. Уклонение, конечно, круто, но... Блин, два уклонения, смотрите, что делается. Я это все пропускаю, ребят. Будет бомбежка. Но по опыту вам скажу сразу, на сегодняшний момент с критом она более опасна будет. Уклон, конечно, круто, но это было круто, когда были артефакты, мы могли как-то комбинировать все. На сегодня... На новой подземке надо дохрена, ну, на новую локацию древнюю, я имею в виду, очень-очень много урона, к сожалению. Так, отлично. Крит сопротивления не то. Атака тоже не нужна. Вот крит удар, крит урон можно собирать, если нормально крит удара сейчас хотя бы 4 вытащить. Огонь. Так, ну давай, давай, нужны пятерочки. Четверки хорошо, конечно, но не для нас. Такс. Отлично. А все по 450. Надо хотя бы... Так, атака точность не то. Нам надо еще на Анубиса забежать. Там тоже надо посмотреть. Сразу созвездие и пойдем открывать коробочки. Так, крит урон и точность. Ну, блин. Давайте пока оставим. Пусть будет. Пусть пока будет так. Давайте ищем Анубиса. Созвездие. О, тут. Блин, сюда те уклоны все. Так, ну я оставлю пока крит. Ну, тем более фракции, если будут пятерки, конечно же, уклонение. Но пока желательно его на крит тоже собирать. Там уже дальше на PvP в дальнейшем. Смотрите, как четко. Просто огонь. Так, жизнь уклонения. Почему я так собираю, ребят? Потому что... Жизнь, боль. Ну, вообще супер. Пока оставлю так. Для подземок, для новой локации это будет самый кайф. Так. Ну что, у нас осталось 8к. Давайте все-таки, я надеюсь, он не будет злой. Мы доролим. Добавим ему слотов. Валентина еще к нам пришла. Одержимый. Душек Суккуб. Ну, вот Дракула за 150 тритончик. Так, окей, с этим мы разобрались.
Давайте я гляну, есть ли у него места. Есть. Открываем ПБшку. Блин, ну четко, смотрите, каких мегароя повбивали. Вообще огонь. Тут не всех, конечно, показывает, но... Вот, смотрите, Бигфута мы там выбили, Фрейю, Повелителя Бури, Седну. Ну, в общем, блин, заклинательница. Короче, огонь. Так, поздравляю с недостающим. Не знаю, ну кто там еще у него недостающий есть. Так, заклинательница есть. Ну, тут у него все есть. Ну, теперь есть и ПБшка. Асуры нету, да? Так. Ну, неплохо. Отлично, я бы даже сказал, нападало. Так, окей, ну поехали. Трешевать будем. Давайте сначала коробочки откроем. Где там наши коробочки? 9 штук, сразу открыть 9. Тык-тык-тык-тык. 150 воодушевления. Ну, все равно поздравляю. Семерок, 40 штук выпало. Камни агментации тоже нужная вещь. Камни судьбы и 15 лямов. В принципе, огонь. Воодушевление, 15 лямов. Бабашку докачаешь. Еще и сетик воодушевления. Отлично. Отличненько. Для тыковки самое то. Надеюсь, мы сейчас еще и исцеление вытащим. Так, смотрите, как четенько все здесь. Где достаточно места на складе. Вот так вот. Ковать. Преобразовать. Пятерка. Так. Ну, вроде как бы тут. Тут вроде как бы все. Давайте попробуем огнекрылов открыть. Или давайте их в конце, чтобы было интересно. Так, перейти. Поехали. Ищем стрелка. Ярость. Ну, ярость такое себе. Сейчас мы его кому-то присунем. Так, Дрейк. Тут бабашка стоит. Ну, это какому-то танку надо поставить. Так, ну блин, тут даже никому его, честно говоря, ставить. Хрон. Жива. Поставим хрон. Вместо жива. Пусть пока будет так. Так, поехали дальше. Поменять. Хотя можно было, в принципе, и стрелку поставить. Ну ладно. Бум, разброс. Отличненько. Разбросик мы сейчас определим. Так, душек. Смотрим на душека. Душек с разбросом. Ведьма, ведьма, ведьма. Так, где-то я ее видел. Для архидемона. Ну, хоть так. Честно говоря, у себя коробок сколько я открываю. Стойкость. Ну, такое себе стойкость. Блин, я бы, наверное, даже в ворожаю влепил. Ну да ладно, пока не будем трогать. Так, тут разброс. Хранитель стойкость имеет. Давайте вот, в принципе, вот сюда вот стрелку. Очень даже неплохо, если она думает. У меня тоже со стойкостью есть, и ничем практически каменки не уступают. Так, поехали дальше. Поменять. Наживо, конечно, такое. Такое себе. Но на Атланта смысла ставить. Ну, в принципе, тут бег пока поменяю. Поставлю на Атлантика. Ремка рунами у него есть. Оживо. Будет огонь. Так, поехали дальше. Бег. Ну, это сразу я сейчас найду. Там по-любому допы должны быть. Даже сюда поставим вот так вот. Надо посмотреть еще синь. Так, окей, отлично. Поменять.
Корка, блин, ну что ты тут сделаешь? Так. Ну, оно без корка, в принципе, неплохо. Тут больше особо это некому, она так не подойдет. У него хоть и живо есть. В принципе, ему эта огненная защита нахрен не нужна. Поставим пока так. Так, окей, поехали дальше. Бум. Вот она, каменка, огонь. Так, каменка, каменка, каменка. Вариант, конечно, Бигфут, но у него с бастом, пусть будет с бастом. Варжей. Огненка. Стрелок, блин. Ну, у него есть, ребята. Есть повелитель бури. Ой, блин, надо было оживу дерево поставить. Видите, у него еще дерево. Так. Ну, в принципе, Атланту тоже нужно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Стрелка, в принципе, стойкость есть, ему хватит. На повелителя бури однозначно. Ставим так. Повелитель бури с талантиком. Это в первую очередь. Ему лучше будет. Так, окей. В принципе, неплохо. Поехали, еще три коробочки. Тык. Бастион. Все, вопросов нет. То, о чем я тебе говорил. Мы с тобой списывались. Закройте глазки, не плачьте. Я делаю вот так. Почему? Думаю, все знают. Отлично. Супер. Тык. Ожива. Ожива идет вторая на трианта сразу же автоматом. Где там его триантик? Так, есть. Приговор. Ну, приговор оставлю, пусть кому-то поставят допа. Вот так вот, ребят. Ну, я считаю, мы удачно открыли коробки, учитывая то, сколько я у себя открывал. Это было очень-очень удачненько. Так, поехали дальше. Открываем сразу три. Раз, два, три. 100 осколков приди. Всего лишь 50. Ну, по минимуму, да, ладно. Тут ничего не поделаешь. Ну, 50 это тоже хорошо. Ну что, поздравляю. В принципе, я считаю, мы справились. Даже выбивали тебе имбо-героев. Повторки недостающего. Талантики те, которые должны быть на героях. В общем, поздравляю. Думаю, будешь рад. Гильдия Лидер 2, еще раз вам рекламу, кидайте заявочки, вступайте. Вот такой вот у нас был офигенный роллинг всего, скажем так, на 100, там, 107 тысяч самоцветов, пришел еще к нему конь. В общем, вот так вот все. Всем удачи, ссылочка на Огнекрыло в описании, утром видосик, вечером постараюсь, если меня не разгребет, провести уже конкурс. Все, всем удачи, всем пока.